Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел на днях телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Главы государств обсудили ряд двухсторонних отношений между странами. В ходе разговора Рахмон выразил озабоченность в связи с ситуацией, возникшей в отношении мусульманской общины в Мьянме. По этому поводу оба президента высказались за справедливое решение всех этнических и религиозных конфликтов. Об этом сообщает пресс-служба президента Таджикистана. Напомним, что мусульмане Мьянмы, по признанию международных организаций, являются самым угнетенным меньшинством в мире и подвергаются жесточайшим репрессиям уже в течение долгих лет. И последняя волна насилия в отношении мусульман Аракана вызвала в мире серьезный резонанс, что вынудило многих правителей сделать немало громогласных заявлений в их поддержку, за которыми, естественно, не последовало никаких реальных действий по их защите. Не удержался от данного соблазна и тиран Рахмон, пожелавший продемонстрировать всем, что его, якобы, волнует судьба мусульман. Примечательно, что это происходит одновременно с тем, что не так давно режим Рахмона запретил в Таджикистане ношение исламской женской одежды и проведение многих исламских обрядов, а также годами преследуют любых носителей исламского призыва, то есть всячески борется с исламом на всех уровнях и всеми доступными ему способами.